Активисты и сторонники Одинцовского отделения «Единой России» организовали обучающие курсы для представителей старшего поколения высшей партийной школы по теме «Пенсионное обеспечение». В мероприятии также участвовали участники клуба «Активное долголетие», движения «Серебряные волонтеры» и активисты «Молодой гвардии» и обсудили предстоящие выборы губернатора Московской области. Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Старшее поколение».